там были и предметы 19 века. Самым ценным из них, безусловно, является сабля, собственно, полоса, украшенная тем человеком, который считается основоположником златоустовской гравюры на стали, Иваном Николаевичем Бушуевым. Вот. Кроме того, были некоторые другие образцы оружия XIX века, а также оружие, которое произведено было уже в советское время, как подарочное. То есть это эксклюзивные предметы, которые не были в массовом производстве, не тиражировались, но обычно производилось один, два, максимум три таких предмета. Это оружие, которое дарилось высшим руководителям советского государства, партии, в частности, там была шашка, по-моему, шашка, подаренная Леониду Ильичу Брежневу. Вот список всех этих предметов здесь у нас есть. Их около 40 было. Все авторы, которые, ну, лучшие авторы, известные, как вот именно те, кто производили эту продукцию, вот Берсенев, Кузьмичев, Богачев, Тарынин, все Шуков, кто вошли в разные каталоги, Шаланов. И вот эти вот предметы, ну, вот интересная очень тарель. Она посвящена как раз мастерам Златоуста. Вот, вот памятный меч маршала Гречка. Вот был такой сделан. Вот видите, он очень красиво здесь украшен, с видом Кремля. Вот меч Великий Октябрь. Вот здесь и у нас Брежневский, да, вот полоса украшенной шашки, да, шашка Леониду Ильичу Брежневу. Портрет Брежнева даже уместился.